вдоль сетки. И я соответственно буду делать броски, вы играете за защиту. Свободные игроки входят за мячами, да, у нас. По очереди вы работаете в защите. Сложные мячи, отыгрываем вверх. Вот смотрите, опять, это не ты все, ты выходишь. Один раз сделал, выходишь. По очереди туда все заходят. Смотрите, вот представьте, что вы в игре это делаете. Да? Вам нужно подбить мяч, чтобы было хотя бы второе касание. А третье мы пока не говорим, да, чтобы вам сделали передачу. Шире, стойку или... И на своей стороне оставляем. Вверх, вверх, вверх. Стоим по мячу, по мячу. На твоей стороне. На моей. Ну, только от сетки его сложно будет сыграть. На себя сделай движение. Давай, 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 давай. Притормаживай в конце. Вверх там повыше поднимаешь. Да. Давай, 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 давай. Хорош. Тоже чуть подальше от сетки, чтобы получить нормальную передачу, чтобы пасующий не рисковал залезть в эту сетку. Мяч пить, пожалуйста. Илюк, пни, пожалуйста, мяч. Алёш. На своей, на своей. Основная ошибка какая, как вы думаете? Стойка. Стойка здесь, мне кажется, ошибка. Может, плечи? Я имею в виду уже по мячам. Плечи. Вы не хотите падать. У вас какая-то откуда-то уверенность, что вы достаете этот мяч все время. Вы опорно положили, вы его не достаете. У вас не будет высоко. Я если не успеваю прийти, у меня такая. А если я успеваю, мне убивает мне плечи. Вам придется падать. Вы с этим должны смириться. Чем раньше вы с этим смиритесь, тем, соответственно, больше будете мячей доставать. Да? Понятно, не хочется, да, валяться на руке, но извините, это пряжная рыба. Смотрим на мяч. Вот так вот. Ну что можно от такой платформы ожидать? Да, нужно подсесть. Низкая стойка. Хорош. Вот, молодец. Упал, достал мяч.
одну опорную. Леш, иди, пожалуйста. Давай. Хорош. Уже лучше, придется все равно падать. Меняем номер и добавляем блокирующего, который будет прыгать и делать передачу. Давайте пару делаем. Блокирующий защитник позиции хвост-клуба. Защитник достает мяч, он должен в своем коридоре его заводить. Я выхожу и делаю ему передачу. Если я прыгаю, мимо меня летит силовой удар, он в защитнике, соответственно, прилетает. Я делаю то же самое. Приземляюсь, бегу сюда, у меня там защитник, он подбивает мяч либо в своем коридоре, либо вверх. Я выхожу и делаю ему передачу туда. Если у меня идет нападение вдоль сетки, я тоже сам. В сторону мяча развернулся, делаю сюда ускорение. У меня там бежит защитник, поднимает мяч. Я опять в хорошей ситуации. То есть сейчас, сейчас каждый раз мы налево. Короче, каждый раз центром. Потому что защитник сзади, да? Да, именно это игрок. То есть вы сейчас делаете на блоке следующий. Вы прыгаете, разворачиваете и ускоряете сюда. Вне зависимости, куда у вас летит мяч. И делайте передачу. Если туда летит мяч, разворачивайтесь. Получаете доводки, забегаете за мяч, сюда передачу. В этих двух случаях передачу, естественно, туда. Но постарайтесь в атаке заказывать передачу. То есть защитник коснулся мяча и заказал. У себя, пошире, поуже, за голову, что-то говорить. Заказывать передачу. Так, самый плохой вариант, смотрите, вот этот. Прыгаете, приземляетесь, у вас где-то там мяч, а вы приземлились вот так. Потом вы разворачиваетесь и получаете мяч уже готовый. Да, и вам объект идет. Поэтому на опускании мы и выходим ближе к центру. Еще вопрос. А здесь то есть, добежал, посмотрел, куда защитник сыграл и потом нет. Вы по-хорошему должны видеть касание. То есть останавливаться вообще не будет. Нет смысла, то есть получается. Если вы видите касание, зачем вам останавливаться? Бежите сразу в точку обработки мяча. А если добежал до середины и еще касания не было? Конечно, да. Но это очень резко. Это очень высокий долг. Да, то есть, ну давайте сейчас мы пойдем. Давай. Паша, просто.
самый хреновый довод. Вышел, через блокирующий. Очень сложно. Здесь снова что поуже чуть, да. Поуже, еще уже. Тебе дать, нет? 7-2? Когда вы там обрабатываете мяч, вы довольны. Перед собой, по сути, да. С центра, входит в диагноз. Доводим так же, как в приеме, сюда, с этой половины, и сюда, с этой. По крайней мере, на простых мячах. Да, 8-3. Нужно, чтобы мяч прилетел. В эту точку делаем движение. Активное.
Самое эффективное движение вот туда. Туда мы разворачиваемся, здесь мы играем мяч, убиваем вверх. Никаких вот этих вот движений быть не должно. Бежим в точку падения мяча, подсовываем руки под мяч, делаем вверх движение. Все, самое простое. Только неправильно подбил, да? Я говорю просто, как исправить движение. Не делать никаких вот этих вот разворачивающих движений. Либо выбивайте вверх. Вот она медальчик. Да, да, да.
Я, давай. 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 Давай.